Здравствуйте, товарищи, приветствую вас на очередном заседании клуба любителей игровой археологии. Продолжаются соревнования, кто древнее игру откопает. И вот Изотоп, видимо, спросил у дедушки, во что играли, что было считалось крутым во времена его молодости. Он выдал Max Payne 1. Но это какая-то HD сборка, короче, тут есть разрешение на 1920 на 1080, но я не уверен, есть ли здесь, сука, русский язык. Я, в принципе, полазил, посмотрел, нигде его ни хрена не нашел, ничего даже похожего, но я знаю, что либо в старых играх, либо, сука, язык меняется где-то на видном месте отдельной строкой, либо можно его не искать, он где-то спрятан, ладно, хрен с ним. Это все равно очередной шутан, тут, в принципе, язык нахрен не нужен. К тому же, будет лишний повод промотать комиксы. Дело в том, что подача сюжета в Max Payne происходит путем комиксов. А в моем рейтинге это самый худший, самый тупой способ подавать сюжет. Я уже говорил, что самое нормальное, это когда показывают заставки или мультики не очень длинные. Хуже, когда долбанный текст в играх, когда все текстовыми файлами ты находишь, ты читаешь, и только так ты, блядь, начинаешь что-то узнавать. Но, блядь, показывать комиксы, это все равно, что, знаете, и картинка, и чтение, это два в одном, и в итоге полная срань. Так, на квадратных колесах полицейские едут на вызов. Чудовищная графика сразу бросается в глаза и начинает их резать и колоть. Десять пятнадцать, это все, что я понимаю из их разговоров. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. Мы слышим шикарный голос Макса Пейна, который. Это что с лицом у него? Это что, была фотка приклеенная на TikTok? Это была фотка, приклеенная, сука, к голове главного героя. Это знаете, сейчас скажу, раньше в некоторых играх, где создавался персонаж, можно было сделать фотку веб-камерой, там, смотреть в нужную точку, и вашу текстуру точно так же наклеивали на ебало героя игры. Вот здесь, походу, так и сделали. Ну и вот начинаются уебанческие комиксы, блять, которые просто вообще пиздец. Они меня бесили неимоверно. Я играл не в первую, по-моему, а во вторую часть. Или в первую я тоже чуть-чуть играл. Но это было, знаете, как давно? Это было еще на самом моем первом компьютере. Когда Nvidia 5200 просто рвала этот Max Payne. Поэтому квадратная голова главного героя, ебаническая чувствительность мышки. Это же вообще, блядь, какой-то нахуй Армагеддон просто. А при нажатии на Escape игра чуть нахуй не вылетела. Вот где-то вот настолько надо убавить, наверное, эти мышки, чтобы... Надеюсь, здесь не как в этом... В Prey, блядь, в меню скорость мышки настраивается отдельно от скорости мышки в игре. Не, по-прежнему я убавил чувствительность вообще почти полностью, и, сука, все равно, блядь... И все равно мышка продолжила летать по экрану с реактивной скоростью, а вот сейчас она очень медленная. Но знаете, почему она такая медленная? Потому что я вообще нахуй от компьютера отключил. Вот тогда мышь в игре стала только медленнее. Ладно, пойдет. Хрен с ним. Хором это у него прям царские палаты. Вы посмотрите на размер комнат в этом доме. Их даже заполнять нечем. Блин, такие огромные размеры. Пришлось поставить книжные шкафы и книг купить. Что это такое? Я нажал на правую кнопку, и герой споткнулся в замедленном. Это прыжок. А, ёпта, игра-то какого года? 2003 или 2001, ёптель. Тогда еще вообще не думали, что когда-то можно будет целиться из оружия. Вся стрельба в игре ведется от бедра, это точно, точно. Еще здесь есть гребаные замедления. Мы слышим, что мою жену оприходовывают в душе. И она второй раз потеряла девственность, судя по этим пятнам. Ах ты, сучка, блядь! Умрите, умрите, твари, я закопаю вас в своем саду, блядь, и буду ссать на ваши ямы, поняли, твари, говно вонючее. Ну все, мне кажется, сцена ревности достойна, ну. Попробуем впрыгнуть в щель в дверную, тоже никак, что? Что надо, что хотят? Да ебаный насос.
Именем полиции, я не знаю. Может, у них что, в спальню две двери? А, ну да. Мою жену драли двое. Понятно. Охренеть. Они затрахали ее до смерти. Обратите внимание, какой огромный пистолет. Мне кажется, таким пистолетом можно просто бросить и убить человека. Обалденно. Судя по лицу, он просто уснул. Его не убили, он уснул. Они ее даже раздевать не стали. Так. В одежде. А, черт, у них у всех здесь лица фотографиями. Точно, точно, это же... Ну, как в мафии практически. Хотя нет, в мафии лица были классные, а вот здесь... Не, здесь вот сейчас тоже ничего. Вот единственное, это просто... Это Епифанцев, вы видели? Это чувак из «Зеленого слоника». Угу. За этот крик «Ноу» я предлагаю дать Оскара. Вне очередного какого-нибудь. За самое сильное горе при смерти жены. Есть такой? Нахуй комиксы. Комиксы для Америку. Нет, смотрите, вот здесь чувствительность мыши все еще турбо, блядь. С турбо над думом. Нью-Йорк Сити, Present Day. Я понимаю, что Present Day был там 14 лет назад, по-моему, столько уже в этой игре. Какая отвратительная рожа, сказал бы сейчас персонаж из одного фильма. Вагон 3408, ни хрена у них сколько поездов. Нью-Йорк, наши дни, было написано, а у нас так, между прочим, в середине 90-х одевались. Все бандиты, кожанка, брюки какие-нибудь и боты. Нью-Йорк просто слезал нашу моду, смотрите-ка. Они, наверное, бандитский Петербург посмотрели и стали одеваться так. И у них, смотрю, там просто как в 90-е. Смотрите, у него под кожаным пиджаком, а надето, как это назвать? Сука, второй пиджак, пиджак сутенера, видите? А, рубашка сутенера, вот. То есть Макс Пейн ведет двойную жизнь. Днем он полицейский, вечером торгует шлюхами. Да, вот так в 90-е часто было. Заходишь, так руки моешь, а тут труп лежит чей-нибудь. Ну, серьезно, как-то раз я ехал на метро с утра куда-то, и в метро, по дороге к метро, лежало тело, накрытое простынкой. Вот так вот людей валили. Я сомневаюсь, что это был какой-то директор, зачем он шел в метро. Чего я должен сделать, собственно, здесь? Натопать на месте преступления, оставив свои следы и отпечатки? И началась какая-то бессмысленная, беспощадная, хуй знает что за перестрелка. Но, насколько я мог судить по тому времени, никому не было дела, какой там в Максе Пейне сюжет. Всем нравился только слоу-мув в перестрелках. Лично мне слоу-мув нравился в Бладрейне, но... Как бы там было на что посмотреть, она там кульбиты выписывала всякие. Макс Пейн может только прыгать и стрелять. Убивая и без того криворукий и довольно бестолковый компьютерный интеллект. Это, видимо, фотки разработчиков, поданные в розыск. Ну, если бы, не знаю, я был разработчиком, я бы так себя пиарил, во всяком случае. Да-да-да, я помню, я всю игру проходил с вот этим прыжком, я постоянно прыгал и стрелял всем в голову. Это просто детектив-попрыгун какой-то, не Макс Пейн был. Типа, какого хера тут все везде закрыто? Не, посмотрите, это просто, это или русская мафия, или я хрен его знает, почему они так одеты. Похожи они именно на русских бандосов. Откуда Макс Пейн знал пароль, я думаю, он сказал, но... Для меня что английский, что испанский... В играх я его не очень понимаю. С дробаша в упор. Так, сейчас слоу-мув что-то меня подводит. У меня уже половины здоровья нет.
Вот это точно русский алкаш у ларька, видите, он... Блять, он это глаза закрывает, они спят как ангелы просто. Мне показалось, что он в джинсовой куртке был, нет? А этот просто... Это не мертвый, он просто набуханный, видели? Он даже встать сейчас пытался. Я понял, что где-то должны быть аптечки, где-то надо что-то полечиться. Охуеть, какая широкая дверь, это зачем такая? Там между прутьев можно голову просунуть, блять, а у меня пули не пролетают. А еще у Макса Пейна очень много, сука, разного оружия. Так как дверь-то открыть? Ну. Блять, еще бегать здесь. Ай, да ебнешь. Вот это я нажал на Shift, а Shift это в этой игре... То же самое, что и правая кнопка мыши, это просто. Ну, вон какие-то баллоны, сейчас они взорвутся, и я. О боже, это просто, это как это презервативы громче лопаются, чем эти этот взрыв. Вот дверь тоже нихера, да? Ну, блять, начинается. Обожаю старые игры именно вот за это, сука, что я ни хрена, что раньше я не понимал, куда идти, что сейчас я ни хрена не понимаю, куда в них идти. Ни намека, смотрите, ни карты, ни радара, ни указатель. Ой, смотрите, у них какие грустные лица сразу. То именно так грустит человек, которому прострелили голову. А с этим замедлением еще можно, знаете, успеть послушать вступление из мелодии из фильма «Профессионал», ту самую, которую Эннио Морриконе сочинил. Вот эту трогательную, она к выражению их лиц очень сильно подходит. То есть каждая смерть, она такая трогательная. Где я, наверху? Так веди, блядь, почему я впереди бегу? Возьми у меня ружье, покажи мне дорогу. Тем более это все... А, он же код знает. Давай, иди потыкай что-нибудь. С чего у него написано транзит? О, и он все-таки выиграл свою лотерею сегодня. Он всю дорогу бежал за мной, там, где я зачистил, а когда надо было штурмовать новую комнату, он ломанулся первым. И теперь лежит, грустит, закатив глаза, видите? Нехер вперед батьки-то. Отлично, и дверь закрыли. И Макс Пейн просто... Вот видите, почему у него голова такая плоская? Это потому, что он с разбега вот бодал вот эти двери, видимо, каждый раз рассчитывая что, на то, что в слоу-му он их откроет своей бестолковой головой. Но... Трудно сказать, как определить, какие двери открываются сами, какие нет. Но я схватанул в чердак пачку брови и теперь тоже лежу с грустным страдающим лицом. Блять. Их лица, это что-то. Это я где хотя бы, блин? О, блять. Так далеко контрольная точка, ёбана насос. Да заткни ты свою нахер. Сука, свою точилку, блин, гандон. Да, стреляет он просто дерьмо. Вообще, я сразу вспоминаю игру «Матрица» на компе, которая была составлена, типа, из вырезанного материала к фильмам. Там заставки какие-то были, еще какое-то говно. Блять, это слоу-мушен, я просто охренел. Как в нем стрелять? Делать какие-то поправки или не делать? Как он попал сейчас? Он даже тупо стоя стреляет-то не очень точно, блин. Здесь нет... Подождите. Нет, я не нашел ни быстрого сохранения, ни быстрой загрузки. Компы здесь тупые, косые, да, но шальные пули часто попадают. Потому что Макс Пейн же, блядь, действует просто как будто на нем три комплекта бронежилета надето.
Это slow move, он как бы, не знаю, пуль-то все равно успевает прилететь. Вот этому пацану сейчас вообще не повезло. Вот почему я сейчас выстрелил, блядь, в стену, когда уже вылетел к ним навстречу. Я не знаю. Сука, где аптечку взять? Бля, я сейчас опять сдохну просто. Здесь же еще и раньше сдохну из-за того, что с дробовика пропустил. По-моему, мне туда не надо. Мне надо освободить чувака, который вот там сидит. Да, бля, как я хочу бегать на shift. Господи, сраное управление. Труба шаталити, ёпта. Неплохо он, смотрите, метра на три отлетел, вместо того, чтобы у него просто голова разлетелась. Давай по дороге расскажешь мне свою историю. Тебе все равно умирать через 5 минут, ёпта, давай. Ай, ну давай. Ну вторую ты включи. Сцепление вторая. Сцепление вторая, блядь. Сцепление вторая. Сука. Ох, век бы смотрел, как его здесь ушатывают. Так, так, не сдохнуть, только не сдохнуть, только не сдохнуть. Ёбаный в рот. Так, сосредоточились. Как Counter-Strike? Как Counter-Strike? Как Counter-Strike, нахуй? Counter-Strike. Counter. Strike, нахуй. Есть, сработало, проканало. Смотрите, азиата завалил. Джеки Чан просто такой в полете. А он что-то после смерти не погрустнел. Он все остался такой же подозрительно прищуренный, ну. Оп, оп, кто, чё, где, а? Аптечка, ёпта. The pills would ease the pain. И чё, и как она лечит? Кнопку. Единичку. Нет, на двойку. Ёб твою мать. Чш. А, во. На что я нажал? На таб. Очень интересно. Не очень удобно, но очень интересно. Ну, чё? The train lit up like a Christmas tree. Камеры. Какие здесь платформы? Однотипные, я даже не понимаю, где я уже был, где не был. Ладно. А чё закрыто-то? А чё я включил? А да хрен его знает, наверное, надо обратно. Указателей-то никаких, ёпта, нету. Это же, блядь, трудно было сделать. Мини-карту, цель пометить на карте. Чтобы люди знали, куда идти. Но зачем? Пусть ходят, блядь, одной и той же дорогой 200 раз. Кого это волнует? Ай, блядь, не знаю, наверное, вниз. Или в поезд. Поезд-то точно только сейчас приехал, не? Господи, почему он в прыжке останавливается? Как это вообще возможно? Он прыгает и останавливается. Вау, что, можно на... реально на поезде поехать? Ну круто! Сразу эта игра просто поднялась на 10 пунктов в моем рейтинге. Но... нет, когда я играл в Max Payne 2, тогда в далеком 2000 хер знает каком году, было, конечно, интересно. О, нахрена сейчас кому-то надо что-то? Кому-то надо, чтобы я сейчас в это поиграл. I don't motherfucker know. Ну и чё, блядь, не с моим прыжком. Ну давай, хоббит, блядь, да пригнись. Ты не туда прыгнул. Вот хорошо, ну туда давай. Пиздец полный. Ну, тут, наверное, не пройти, да? Конечно, блядь. Ну, ёбаный, ну... О, ёпта, это тоже дверь. Ни хрена у них метро какое безопасное, блядь. 3 аварийных выхода. На все случаи жить. А, и началась, блядь, дикая перестрелка. Все, дайте мне 2 пистолета. 2 пистолета.
И вот так вот всю толпу, блядь. Вот если бы он еще не вставал без слоу-мушена, как мудак, 2 часа. Да, но популяцию этой самой страны я сокращаю очень быстро. Что это, Нью-Йорк, да? Все, можете завозить 200 тысяч мигрантов, я уравнял, блин. Снова комиксы. Снова скидываем их нахер. Какой-то странный комикс из одной страницы. Слышали этот звук? Как будто по помытому полу скользанула кроссовкой. Мерзкий скрип. Отлично. Куда мы идем? Чего идем? Я знаю, я прочитал сюжет игры о том, что в город завозят какие-то новые, сука, наркотики. Макс Пейн внедряется в базу. Внедрился в банду. Вот. Но мы видим, что он внедрился в банду и хуярит ее изнутри, блядь. Сука, на чем свет стоит, блядь, на каждом шагу по 20 человек. Если ты такой рыбакоп, то нахрен ты вообще в нее внедрялся? Надо было просто, блядь, прийти туда с пистолетом и всех расстрелять. Что ж, именно наркотики объясняют наличие слоу-моушена в этой игре. Видимо, Макс Пейн просто, я не знаю, обнюхался, обшарялся и хер знает, что еще сделал. И теперь он просто человек-молния, но ненадолго. Видите, вот там вот слева внизу часики песочные, типа, вот они кончаются. Ну, в песочных часиках у него белая пыль, которая наделяет его суперскоростью, но на время, а потом отпускает. Как бы для остальных он движется все с той же скоростью. Но сам он думает, что Супермен. Это объясняет заодно и то, откуда я вообще получаю дамаг, если я такой скоростной мэн. Ну, интересно, это что за бомба должна была грохнуть, что под землей штукатурка посыпалась? Во время слоу-мув прыжка я успеваю выстрелить только один раз. Что говорит о том, что стрельба-то ни хрена не ускоренная. Ну правильно, враги-то тоже быстрее стрелять не начинают. Но у них и слоу-мув нет. Странно. Okay, fellas, the police are on their way. New York's gonna... тогда я, знаете, вот этой адовой сложности в игре не заметил. Я ее прошел просто в лед. А сейчас меня просто, сука, даже ногу не дали в сейф перед... А, ну я умер у золота. Грустное, блядь, грустное лицо. Это, ну да, обломно сдохнуть, блядь, на входе в сейф, даже не посмотрев, что там, сколько там бабок получат твои друзья. Как известно, чем меньше останется, тем больше достанется. Блядь, он беспалевно подбежал в упор и втащил, блин. Контрстрайковский метод тоже здесь не подходит. То есть надо активно юзать как-то очень умело этот долбанный слоу-мув. Оу, да ладно тебе, ну он уснул, видно же. Блять. Зато крик такой издал прям вообще. Ай, лучше бы здесь был, знаете, не слоу-мув во время стрельбы, а ускорение во время бега, блин. Да без, сука, без замедлений даже как-то лучше, я могу, хочу сказать, блин. Если постоянно замедлять, игра вообще полгода проходиться будет. Пол игры в замедлении. А он-то из чего, из обреза сейчас стрелял, что ли? Да, лихо я этих братков из 90-х раскидываю. Жалко, вот жизни не регенерируется. Вот в этой игре было бы нормально. А, они через метро банк пришли ограбить. Ну вот я бы сейчас вот пришел, пару вот этих плиток мороженого черное золото кинул себе в карманы и ушел на пенсию резко. Но Макс Пейн любит свою работу. Либо ему очень много платят. Так или иначе, он снова сдох. И мне это, честно, уже поднадоело. Но не люблю я старые игры. Не могу я, сука, в них играть уже сейчас.
Все играют, я не знаю, блин, в этот Last of Us какой-нибудь, еще что-нибудь, в Assassin's Creed, Unity, блин, а тут Max Payne. И самый прикол, что это не самая древняя игра на сегодня, вот так вот. Потому что кто-то вспомнил про Doom, ну, на уровне шутки кто-то раньше упоминал, но сейчас вот прям написали Brutal Doom, ну, это типа текстуры растянуты до HD. Ну, ладно, хрен ли, почему нет? Блять, я не знаю, что это за варианты, что это за пункты. Я играл в Doom еще на информатике. Ой, боже, теперь можно целиться в ниже-выше. И вообще, вид какой-то из шлема. Нафига это так сделано? Не знаю. Издевательство над классикой, фу-фу-фу. Тот самый звук. Да, в отличие от... да нет, в общем-то, в Max Payne отсутствует какое-то интересное сюжетное вступление, потому что все это рассказано в сраных комиксах. Здесь его вообще быть-то не могло, этого сюжетного вступления, потому что это, сука, это старая школа, это просто, я не знаю, наверное, первая игра на компе, которую я увидел. Duke Nukem, да, Doom 3, вот так вот у друга. Потом наша классная руководительница по совместительству учительницы информатики за хорошее поведение давала нам поиграть после учебы. Да сдохни ты. На выбор там был Думо старый, какие-то гонки, какой-то адвенчер. Ну, конечно, Думос был вне конкуренции. О боже, можно целиться правой кнопкой мыши, глазам своим не верю. А че это все рушится? И музычка играет. Не, все шикарно. А, сюда надо наступать, точно. А, самый прикол, что... А, нельзя... Не надо держать правую кнопку мыши. Иначе в это время герой не может стрелять. Куда можно пролезть, я не знаю, я не вижу. Да, это самый примитивный шутер в мире, но он, сука, блядь... Куда идти-то тут нахрен? Да давай ты, господи. А, здесь и кнопки есть, нихрена себе. Мне кажется, создатели оригинального дуба... Дума не знали, что такое кнопки, когда делали свою игру. Там было просто, иди стреляй, все. А вот и дерьмодемоны. Ой, все-таки это так круто. Это так круто играть просто. Это как встретить живого динозавра, я не знаю. Вот игра когда-то была, блин. Все, попробуй, скажи, что тебе графика не нравится, сюжет неинтересный. Что, блядь, происходит? Где я? Раньше надо было уровни зачищать. Что теперь надо делать? О, боже. Ну, свинья, ты идешь? Да, блядь. Это так на Zero Tolerance сеговский смахивает. Сука, и гориллы, и террористы, и кабаны. Тут все были в куче. Вот, сука, хряки, блядь, сильные, черти. Ну, это же ремейк здесь. Ну, не ремейк, а, видимо, любительская какая-то штука. Здесь есть хедшот. Раньше не было хедшота, по-моему, потому что нельзя было прицелиться в голову, нельзя было... Не было вертикального угла наводки. Эти блядские лабиринты с телепортами меня уже затрахали. Можно я как-нибудь, как это было раньше, поиграю просто, блядь, просто в линейную ходьбу? Линейную ходьбу, линейную стрельбу и что угодно еще, лишь бы оно было линейным, как раньше. Там телепорты где-нибудь на 50-м левеле только появлялись. А вот и головы, смотрите. До голов в Думе еще дойти надо было. Они тоже, по-моему, были далеко не в начале. Значит, прям халфа какая-то. Кнопки какие-то нажимать, чего? Ну, открылось? Нет. Мне нужен Red Key. Какой нахуй Red Key, блядь? Чего, ёбаный насос? Так, эта версия хуйня. Заявляю официально. Вот еще какой-то Doom Black Metal. Здесь вообще есть снайперский прицел. Круто.
что вообще нихуя не классика. Да. Но наконец-то здесь стало больше шутера и меньше телепортов. Что за отвратительный звук? Это он смеется или что? Блять, а где-нибудь есть классический Doom все-таки, чтобы оружие появлялись по порядку? Вот, вот, мне кажется, что вот это оригинальный Doom, потому что если это не он, то я уже не знаю. А вот и вроде бы похоже. Да, нет, это та же самая хуйня, что была перед этим, просто у меня только пистолет. Хочу, по-моему, кстати, Doom'ов было... Прям вот не то, что одна версия, были какие-то издания, где можно было сразу с 50 уровня начать с какого-то и так далее. Между прочим, ведь можно было всю игру в Думе-то пройти, она была вполне себе проходима. Вообще вот это похоже. Я не помню, какой первый уровень в Думе. По-моему, он начинался с чего-то элементарного, но все в детстве знали какие-то коды, все что-то знали, как попасть на какие-то суперсекретные шутановые хуй знает что за уровни, поэтому сначала-то, в общем-то, никто и не играл. Но если это начало, то, я думаю, никто бы не стал играть, потому что эти телепорты, они просто жутко бесят. Хотя что значит, никто бы не стал играть? Тогда выбора-то не было. Играй, что есть. Это суровые 90-е, дружок. Я хочу сказать, что перезарядка ружья здесь — это трехкадровая гифка. Музыка какая-то, блядь, диарейная, сука, только срать под нее сидеть, блядь. Чё, блядь, как это нахуй работает? И все, а здесь смерть теперь, потому что я не зачистил снизу. В принципе, демоны это какие-то туповатые, они не подходят сюда. Потому что, сука, скрипт. Да ёб твою мать. А, самый прикол это, да, как у чувака лицо разбивается, блядь. Если играть херово от дамага, то есть полученного, у него все больше сопли. А когда вводишь код на бессмертие, у него глаза как бы закатившиеся, такие белые. Но было в игре какое-то место, мне друг его показывал, там вот эта сатанинская звезда на полу, в нее заходишь, там темно, и тебе там дают пиздюлей даже с бессмертием. Что вообще доставляло просто. Ну, блядь, ну я не понимаю, куда идти. Я нахуй не понимаю. Все, игры. Убили во мне олдскульного геймера, я просто нахуй ненавижу их, блядь. Раньше я в них играл с удовольствием, мне было похрен, что если я что-то не понимаю, но теперь... А как фонарик включить, да? Глупый вопрос. Башка-то просто жопу, блядь, мне надрала, нахуй. Неужели она сдохла? Смотрите, главный герой просто борщ хлебал, сука, без ложки из тарелки. И тут я нашел пулемет. А, это, пиздюлька, блин. Похоже на шланг от пылесоса. Который стреляет, по-моему, зелеными, да, хуй? А, синими, ну да. Ой. Фан, блядь, тастически интересно. Хуй-то. Чего, блядь? Где мне взять, сука, красный ключ для этого говна? Где я его должен найти? Да явно не здесь, блин, я уже пятый раз сюда иду. Это говно открываться перестало, ну что? У меня есть синий ключ, но нету... Вот она, синяя дверь, вот она, я ее открыл, но... И где? Опять какая-то, блядь, кнопка. Нихуя его накормил. Вот живучий ублюдок. Ага, телепорт. А-а-а, вот она что. Факов, я прошел первый уровень. Я красавчик, блядь, не ожидал от себя такой пройти.
Это все равно, что сейчас, блядь, не знаю, весь Крайзис пройти. Ну. Я вот здесь. Здесь есть карта. Смотрите, треснувшая жопа, с которой течет лава. Так, дайте мне каких-нибудь других пушек. Круто, колесико мышки работает. Когда я сказал, дайте других пушек, я не имел в виду... А, кастет, ёптать. Ну, а у крутых-то пацанов был кот на бензопилу. Они кастетом не дрались. Сука, падла. Да, игра прямо, скажем, просто... просто затягивает, на самом деле. Поставьте себе, попробуйте Doom, как он там, Brutal Doom называется. Просто поставьте и поиграйте. Ну, конечно, если вы в нее играли тогда, в том году. Если не играли, то я думаю, что вы это выключили давно. Просто поставьте, и это просто это залипательное, говорю. Я неожиданно залип в Doom. Я слышу чьи-то шаги. К слову о залипании к Doom, скоро же выйдет Doom. Doom следующий. От Bethesda. Ну, Bethesda уже себя дискредитировала некоторым количеством Evil Within-овых игр. Так что я надеюсь, что сейчас она, сука, возьмет свои яйца в руки и не испоганит шикарный проект каким-нибудь широким экраном или еще чем-нибудь. Во всяком случае, третий Doom мне вполне понравился. Отличная была игра. В меру страшная, в меру шутан. Видите, видите эти двухмерные бочки? Даже, сука, не двух, одномерные, наверное, блин. Да, ну и, собственно, сука, основная сложность в этой игре — это, сука, понять, куда здесь надо идти. Потому что это просто жопа, что тут все одинаково, никаких ориентиров, ничего. Враги, конечно, дамажат только толпой или в тесных комнатах. Так они не опасны. Если вот так вот не прижмут. Но я уже говорил, играть в игры без карты и без компаса я уже давным-давно разучился, поэтому буду блуждать здесь по этому уровню еще часов 5, но наверняка не могу сказать, найду я выход или нет. Так что в заключение, что хотелось бы сказать, вспоминая очередную свою древнюю игру, позаботьтесь о том, чтобы она хотя бы хоть какое-нибудь интересное вступление имела, обучающую миссию, что-нибудь. Что-нибудь о... А, это бессмертие. Круто. Что-нибудь, о чем, блин, можно посмотреть и поржать. Но, блин, это явно не олдскульный Doom и не олдскульный Макс Пейн с квадратной головой со своими комиксами. Как бы вот. Так что, если эти выпуски будут не всегда интересными и смешными, виноваты в этом не я, а виноваты те, кто просит не смешные и неинтересные игры. Нормально я... Ах, вот как здесь надо проходить, да? Дюк... Или как этого зовут чувака-то, блин? Головой выдержал. И ни хрена ему ебучку расколотил кастетом. Мне вообще в Думе, по-моему, миниган больше всего нравился. Классная пушка была. Ну, после бензопилы с бессмертием, конечно. А, вау, синий ключ, wonderful. Ну, в общем, все, вспоминайте какие-нибудь интересные игры, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Желательно, жмите желательно на рекламку, пишите желательно комменты. После того, как нажмете на рекламку. В общем, все, adieu.